Власти Хабаровского края продолжат поддержку предприятий, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона. В рамках рабочей поездки в Бикинский район губернатор Михаил Дегтярев посетил местный хлебозавод и познакомился с полным циклом производства социально значимой продукции. Подробности в репортаже Арины Солдатенковой. Это малые хлеба, они отвлекаются в маленькие. Хлебозавод «Союз» расположен прямо в центре города Бикин. Предприятию уже 21 год. Тут выпекают 80 видов хлебобулочных изделий и еще столько же разнообразных кондитерских и бакалейных. От тортов до макарон. Продукцию в городе ценят. Производство растет. Завод открылся в 2002 году. Там начинало 12 человек. В 2019 году уже такая масштабная реконструкция завода была. Владимир Долгинов – пекарь с 30-летним стажем. Он единственный, кто замешивает тесто для всего предприятия. Говорит, что любит и свою работу, и ее результат. Особенно уважает белый хлеб. Но секреты вкусной выпечки не выдает. Взять муку, соль, воду и замесить хлеб. Ну и все. Продукцию «Союза» можно купить в торговых точках от Приморского Дальнереченска до Переяславки в районе имени Лозо. Перспективы открыла масштабная модернизация. На предприятии ее провели 4 года назад. Построили новые цеха, закупили современное оборудование. Это позволило улучшить качество выпечки и условия труда персонала. Закупили несколько печей, закупили, и территория обновилась. Просто стала намного все больше территория. А то, знаете, было все очень тесно. А сейчас прямо вот простор, все, и вот и зимой, и летом не так жарко. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев познакомился с полным циклом производства выпечки на заводе. Он отметил его важную роль в продовольственной безопасности региона. В 2021 году предприятию оказали господдержку в размере 570 тысяч рублей на производство и реализацию хлеба. Это позволило не повышать его стоимость на фоне общего подорожания. Власти намерены и дальше поддерживать подобные предприятия. Арина Солдатенкова, Андрей Евдеев. Телеканал «Губерния».